Единство двух народов. В Сургутском доме журналистов прошло открытие выставки прикладного искусства «Россия и Беларусь». На ней представлено более 40 экспонатов народного творчества наших ближайших по границе соседей. Это работы из соломки, лозы и льна. Все они были собраны во время этнической экспедиции. Самым старым изделием больше 70 лет. В Сургуте такая выставка открылась второй раз. В этом году впервые на открытии гости могли попробовать настоящий деревенский хлеб, который испечен по старинным рецептам. Выставка продлится до 9 апреля. Организаторы заверили, в следующем году экспонатов будет на порядок больше. Ведь уже в течение текущего месяца состоится автопробег по Беларуси и Украине в рамках единения славянских народов. Чисто просветительская у нее такая цель, чтобы показать, что ремесла существуют, вот, что действительно и русские мастера, и белорусские, у нас идет сплетение ремесел. Выставка, в общем-то, себя оправдывает, и людям это интересно, узнают, какие материалы, из чего и как. В общем-то, интересуются, людям это интересно, и интересна старина, потому что все-таки экспонаты у нас достаточно старые.